Алло, товарищ майор. Товарищ майор, что? Такой вопрос. Давай. Если я отказ пишу, меня еще, получается, увольняют? Ну, да, как бы, да, его пока никого нет, уволили. Просто, ну, у нас еще антиген произошел, нас хотели, ну, должны были выехать на выезд, в, получается, поддержку. И нас вчера просто перебываются, все, блядь, в воздухе, наше командование, и просто там 13 плохо отказывается, но говорят, вы 4-30 мы выезжаем, нам 4 говорят, вы сейчас едете наступать. А нас ничего не готово, просто ничего. Ни плана, как, что, куда, кто будет на какой позиции, вообще ничего нету. Мы просто нет, не поедем. Ну там этот, все команды, все наши, кто, командир рот, наши старли, там, комбат, они все отказ написали. Вот я вместе с ними вчера написал. Ну нахуй мне это надо, товарищ майор. Нихуя не готов быть мясом, нахуй, я не хочу. Че, бля, просто в полк вернуть и все, нахуй? Ну да, типа придет телеграмму там уволить, но я не знаю, вроде ничего никого не увольняли. Сейчас если не уволят, я 15 числа еще раз напишу рапорт на, ну, 15 октября, еще я через 2 месяца посидеть и нахуй отсюда. Тоже вот, который с нами был, ну, с нами в сосочке, они на танке сидели, у них прилетело, короче, им башня 200-й нахуй, сразу же. Да ты что? Да, он буквально месяц-два назад, а у меня жена и ребенок тоже. Я охуел.